Это удары по гриппу и по COVID-19 одновременно. Ученые готовят вакцину, которая защитит сразу от двух этих вирусов. Над уникальным препаратом работают сразу несколько групп, в том числе и в исследовательском центре имени Алмазова в Петербурге. Это будет комбинированная вакцина, которая будет комбинирована. Она будет содержать и компоненты, которые позволяют формировать иммунитет и от гриппа, и от коронавирусной инфекции. Прививка и от гриппа, и от ковида возможна в теории. Даже есть положительные результаты первых экспериментов, но препарат еще в начале стадии разработки должен пройти испытания на животных и целую серию клинических исследований.